Подарок больше не опасен. Мне часто приходится быть врачом, сиделкой, няней у своих животных и даже экскурсоводом, когда неожиданно в гости приходят ребята. Лечить животных очень трудно. Они умеют капризничать, когда заболевают, но не умеют говорить и жаловаться. Тогда, вооружившись терпением, я начинаю наблюдать и догадываться. У щенка поцарапано ухо. Он крутится волчком, скулит и задней лапой пытается буквально оторвать ухо от головы. Должно быть воспаление или скопилась сера, догадываюсь я. Морской лев лежит, поджав под себя все четыре ласта, охает. Много съел рыбы, уменьшить порцию на ужин. Быть может, потому что догадываться всегда трудно, чтобы найти правильное решение, я очень боюсь заболеваний, которые, как детская игра в колечко, могут переходить от одного животного к другому. Короче говоря, боюсь инфекций. Вот рядом в клетке ты видишь двух забавных зверюшек. Кто они? Тебя это тоже интересует. Ну что ж, это не просто забавные зверюшки. О, это в будущем знаменитые прачки, прачечный пункт нашего белорусского цирка. А зовут их Тяпа да Ляпа. А рядом с ними Мишка со своим директором прачечной, кошечкой, которую зовут Кисоль. Вот их история. Двух малышей-енотов мне подарили в обществе по охране животных в Беловежской пуще. Подарил их замечательный человек Иван Матвеевич Тимчук. Ему очень хотелось, чтобы белорусские малыши стали зрителями животных, выросших здесь, в Беларуси. И я обещала Ивану Матвеевичу обязательно сделать из них знаменитых прачек. Но тут случилась в моем вольере беда. Она пришла неожиданно. Пришла в цирк вместе с сеном или травой. Мы и не знали даже. Но в лесах, там, где мы были на гастролях, оказывается, очень многие животные заболели чесоткой. Их лечили, им помогали выздороветь, но всех не смогли спасти. И вот болезнь из леса пришла к нам в цирк, в наш вольер. Заболели маленькие еноты, Тяпа да Ляпа. Стали чесаться, угрюмые сидели в уголке клетки и ждали, чтобы я им скорее сделала дезинфекцию, после которой можно растянуться и лениво почесать живот, почувствовать себя блаженно и спокойно. Наконец, Тяпа да Ляпа начали поправляться. Однажды, обходя цирк, возле водосточной трубы я заметила маленького котенка. Он точно игрушка, будто прирос к снегу, к водосточной трубе. Я высвободила его, согрела, принесла к себе и решила, ну, если котенок не замерз, то у нас выживет. И через 2 недели, когда Тяпа и Ляпа поправятся, котенок будет великолепным другом и даже маленькой нянькой для Тяпы с Ляпой. Обмороженный котенок постепенно выздоровел. Как-то возле Тяпы с Ляпой я обнаружила непорядок. Была рассыпана пачка соли, и в ней сделано углубление, в котором спал котенок. «Кис-кис, ты зачем рассыпала соль?» – спросила я. Кис мне ответила «мяу» и получила свою кличку «Кисоль», «киска» и «соль». Вскоре Кисоль очутилась в клетке у Тяпы с Ляпой, которые уже оправились от своего недуга. Для меня наступило облегчение, но ненадолго. И опять. «Наталья Юрьевна, к вам пришли гости, женщина с девочкой». «Да, я слушаю вас», — сказала я. «Спасите, пожалуйста. Он жил у нас, понимаете, целый месяц. Мы его держали в ванной, он все полоскался в водичке. Вы знаете, даже умел уже открывать кран, и вдруг он заболел. Мы его поместили в сарай, а теперь смотрите, весь волос выпал. То есть шерсть», — сказала я. «Ворс шерсти». «Да, да», — закивала мне женщина. А девочка стояла, плакала, держа в сумке какое-то странное, непонятное существо, похожее одновременно и на медведя, и на ободранную жалкую кошку. «Что это?» – подумала я. «Неужели енот, которого уже так захватила эта странная болезнь, чесотка, что и узнать енота в этом покрытом струпьями, почти голом существе было невозможно? Брать его к себе – это так опасно! Я только спасла своих животных от болезни. Но если оставить енота у девочки, он погибнет, да еще и заразит добрую девочку, ее маму, подружек по школе. Что делать?» И я решила,
Ну что ж, нужно выручать, коль попал он к нам. Я не могу иначе, когда плачет передо мной маленькая девочка. Как зовут твоего малыша? Его зовут Мишкой, и я очень хочу, чтобы он жил. Будет жить твой Мишка. И Мишка попадает к нам в изолятор. Не все ему нравится. Конечно, здесь нет умывальника и крана с водой, которую он ловко открывал и полоскал свои тряпочки. Но здесь есть другое. Здесь есть чуткие руки ветврача и мое терпение. И вот Мишка тоже поправился, а к нему я пустила для проверки уже опытную няню, толстую усатую кошку, нашу знаменитую няньку Кисоль. Через 2 недели все сидели вместе. И все было бы в семействе енотов спокойно, если бы рядом не возник колючий шар, который превращался в ежика, когда еноты и Кисоль шли к мисочке с молоком и хлебом. Он самостоятельно проник к ним в клетку. Ежик был ручным, он не боялся людей, и, по-видимому, кем-то подкинутый в цирк, он долго здесь блуждал в поисках пристанища. Наверное, в клетке он обосновался недавно, потому что я заметила перемену настроения у енотов. Кисоли то и дело приходилось спешить от тяпы к ляпе, от ляпы к мишке, и потом все опять начиналось сначала. Я пересмотрела все в их домике. Там был полный порядок, а под пол из решеток, куда насыпались опилки, не заглянула. «Это, наверное, дымочка их беспокоит», — подумала я и переставила клетку с лисичкой так, чтобы они ее не видели. Зато через несколько дней причина волнений была ясна. Ежик. Я захотела предоставить ему другую квартиру, но потом передумала. Кисоль должна приобрести опыт настоящей няни, и ей нужен осторожный, бережный подход к своим четвероногим подопечным. А ежик – это самое подходящее животное, которое поможет приобрести навыки по уходу. Чуть-чуть промаха, и иголка сразу вопьется ей в лапу. Шли дни. И когда я увидела вместе сидящих 3 енотов, няньку Кисоль и подкидыша ежа, я поняла, что была права. И подумала, нужно обязательно разыскать в этом городе девочку, которая горевала по своему еноту Мишке. Разыскать и подарить ей, или лучше живому уголку ее школы, эту дружную семью. Я даже для них придумала концертную программу, где ведущую роль должна была исполнять Кисоль. Представьте себе раму с плакатом, с которого на вас смотрит страшный тигр. И вдруг бумажный плакат прорывается, и из рамы выпрыгивает обыкновенная кошка. Она катается на шаре, идет по бутылочкам, и между ног становится на задние лапы и по-тигриному передними обороняется от странной игрушки, спускающейся с удочки. Это маленькая детская шарманка для ежа. Теперь еж, музыкант, за ним акробаты и прачки еноты, тяпа, ляпа и мишка. Да, обязательно найду эту девочку и верну ей подарок, ставший целой семьей. Верну, не боясь болезней и их характеров. Все 5 стали здоровыми и ручными. А про то, что пришлось мне пережить с ее мишкой, чтобы оградить от инфекции всех моих друзей, пусть девочка не знает. Да и я об этом забыла. Подарок больше не опасен.